Здравствуйте, уважаемые телезрители, на ТВ-программа «Открытый эфир». Я Владимир Банщиков, с удовольствием представляю гостей в нашей студии. Екатерина и Артем Проскурины. Семейная пара, дуэт «Особый климат». Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. А вот название, собственно говоря, у вас происходит из-за того, что у вас особый климат в вашей семье? Или по каким-то другим причинам? То, что мы сибиряки, и вы сибиряки? Или особый как? Климат нашего сердца, особый климат нашего настроения, который мы распространяем туда, куда мы приходим, посредством своего творчества, общения, улыбок, позитива, которые есть вот внутри нас. И мы хотим делиться всем этим настроением с людьми, которые встречаем на своем жизненном пути. Я всегда с душевным трепетом разговариваю с людьми творческими, которые особенно создают, творят сами. Не перепевают, не перечитывают чужое, да, не свое. Вы все, то, что вы делаете, вы все создаете сами. Ну да, мы делаем, стараемся делать все самостоятельно. Где-то мы сотрудничаем с другими более опытными ребятами, которые где-то нам что-то подсказывают, где-то что-то подкручивают. То есть, но все песни, они наши. То есть мы их пишем, мы их записываем, мы их сводим, стараемся, учимся все ноу-хау брать на вооружение, скачивать какие-то программы, что-то еще. То есть у нас есть студия дома, есть студия еще здесь в городе, где мы производим записи, записываем себя, не только себя, и растем в этом, развиваемся. Какой стиль вашей музыки вы можете определить, или у вас нет такого определенного вот направления стилевого, я имею в виду музыкального? Или у вас разножанровые такие? Ну, в основном это хип-хоп, это рэп. Вот Артем рэпер. Я когда еще не была замужем за моим вот чудесным человечком. Я еще человечка-то за мужиком здоровым. Для меня он человечек. Ты еще не в майке. Тут мускулатура, да, там все дела, наверное, эти татуировки. Ну, все понятно, да. Да, ну, я пела песни рокового направления, и у меня была группа Life Salt, «Живая соль». Потом все разъехались, стали студентами. Я лайф убрала, стала Salt, ну, то есть соль. Теперь я... Солистка. Ну, соль, и, я понимаю, и соль, и нота, соль. И приправа соль. Вот, и как-то мы так в дуэте соединились, и рок, и хип-хоп, это, знаете, как такой стиль смешанный. То есть... Я отвечаю за кач, а да. Супруга отвечает за мелодичность. Так, кач, что это такое? Но кач, это... Я сейчас оговорюсь, ребят, на моем месте, по идее, при разговоре с вами должен был сидеть 20, ну... Крайняк, 5-летний парень с черными густыми волосами, а не я. Ну, так уж получилось, так что вы меня извините, я не все очень, нормально. Не все очень хорошо. Понимаю современную молодежную музыку. Мы будем музыку. Считаться со всем с этим. Да, надеюсь, что вы будете считаться. То есть он хочет больше драйва, больше... Больше энергетики, больше какого-то... А я говорю, не-не, давай здесь помелодичнее, давай помелодичнее сделаем. Давайте вот сейчас буквально прервем разговор и послушаем вот это то, о чем ты говоришь, вот эту мелодичность. В купе с драйвом. Да, да, окей, давайте. Здорово. Давайте. Поехали. Да, трек называется «Схемы», песня. Мы ее как раз это первая наша один из песня. Первых совместных наших творческих, ой, так скажем, соединений, в процессе которого мы стали семьей. Соединялись музыкой, музыка нас связала реально, как в песне. Связала в жизни. Сейчас слоган одного из радио, так что давайте не будем рекламировать. У нас это слоган жизни, наверное, не радио жизни. Ну, мы пели и спелись. Понятно. Трек называется «Схемы». Пускай те мечты и планы, цели, которые есть у вас в сердце, они обязательно сбудутся. Аксиомы, теоремы, жизни какие-то схемы. Еще политика, санкции, мировые проблемы. Суматохи вечной, определи свой настрой. Где ответы искать, где чужой, где свой. На самом деле все довольно-таки просто весь. Можно идти по воде или на кончиках, пальцы злые. Вера двигает горы, закон не отменить нам. Выбираем сами судьбу себе, здесь или там. Свет или тьма дана нам пополам. Кому-то рай, кому-то по зубам. Звезда в ночи горит, выбирай ты сам.
кому со смыслом, кому-то помпарирую рай жизни, границы перекати поле. Не свои схемы есть и свои пароли. Перепилили, перемололи. Определяется сердце, что в итоге миру мир, да, кому какие дела. Дышать звездам космос, вот это да. Мама, мама, мия, мама, мама, помоги нам. Больно, Боже, спаси, сохрани нас. Лучшая схема жизни записана кем-то давно. И вроде бы странные люди крутят свое кино. В поисках вечности, в поисках своей любви. Как акробаты крутятся, типа у меня свой стиль. Шизофрения массовая, зато такая кассовая. Как революция цветная или даже классовая. На самом деле схема-то довольно проста. Ведь выживает сильнейший, то есть один из ста. И как ответить своему сыну Кроки, что такое хорошо, на самом деле плохо. Где правда, где обман, где запятая, где точка. И как ответить сынули, что ответить дочке. Жизни игра нет, не перекати поле. Не свои схемы есть и свои пароли. Перепилили, перемололи. Определяется сердце, и что в итоге? Мир, мир, да, кому какие дела. Звездам, космос, вот это да. Мама, мама, мия, мама, мама, помоги нам. Больно, Боже, спаси, сохрани нас. Каждый сам себе режиссер, сам себе актер. Пишет себе сценарий, выбирает роли. Мотив твоего сердца определяют цели. А цели результат в итоге твой определили. Жизни игра нет, не перекати поле. В ней свои схемы есть и свои пароли. Перепилили, перемололи. Определяется сердце, ведь что в итоге? Мир цвет, и нет в нем никакой тьмы. Если проблемы, просто свет включи. Подними глаза, руки протяни. Сердце открой, схема, отживи. Жизни игра нет, не перекати поле. Не свои схемы есть и свои пароли. Перемололи. Определяется сердце, ведь что в итоге? Мир, мир, да, кому какие дела. Выше к звездам, космос, вот это да. Мама, мама, мия, мама, мама, помоги нам. Больно, Боже, спаси, сохрани нас. Ребят, браво. Браво. Я, несмотря на свой возраст, я действительно впечатлен и словами, и исполнением, и музыкой. Всем замечательно. Спасибо. Мне на самом деле здорово. Вот, скажите, пожалуйста, вы приехали к нам из Иркутска. Причем приехали всерьез и надолго, я так понимаю. Да, разумеется. Мне лично это бальзам на душу, потому что в последние годы уже... Да, в последние годы у нас тенденция как раз с точностью наоборот, от нас уезжают к вам и дальше. Вы решили реверсный такой путь сделать. Почему? Ну, мы были у вас в гостях здесь несколько лет назад, и мы взяли на заметку. Потом еще раз нас пригласили сюда на какое-то мероприятие, и нам очень нравится у вас здесь. Дело в том, что ваша земля, она очень плодовита на дары и таланты, которые дают всходы. В реально видим то, что происходит. Потом вот этими дарами, талантами пользуется весь мир. Да, 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 да. То есть о кинематографе говорим, о творчестве, о хип-хоп культуре, которую вот мы сейчас исполняем, в которой мы развиваемся. Mm-hmm. И мы видим, что много людей, они родились на этой земле, и они растут и двигаются дальше. На что, к сожалению, как-то не очень богата вот земля Иркутска, хотя и там талантов очень много, но результат не такой почему-то глобальный и большой масштабный. Но, может быть, еще и это какую-то роль сыграло, то, что мы влюбились в эту землю, в этих людей, то, что здесь люди, народ очень поющий, очень много праздников, очень много каких-то постоянно движений происходит, и нам это очень нравится. Да, и нам нравятся люди, люди этого города, потому что город – это люди. Люди очень искренние. И нам понравилось, что люди как-то вот без каких-то подводных камней, знаете, без хитрости. Ну, по крайней мере, нам встречались только такие. Да. Духовно богатые люди, потому что здесь... Духовно очень богатая, разносторонняя вот эта культура нам очень нравится. Вот кочевников, что-то тут такие масштабы, да, просторы. Да, да. Чего, ну, в принципе, в России много, но здесь особенно. Вот и степи, Птульск, Байкал, очень разная природа. И очень, ну, как-то все это сочетание всего вот этого, ну, и нам... Здесь очень комфортно, очень нравится, интересно. Очень нравится стиль одежды, ну вот, вот этнический. Да, да. Да. Мы тут нашли один магазинчик в народном рынке. И Светлана очень хороший такой
человек, именно тот, кто, вот, чей магазин, это мы с ней дружим, познакомились, сотрудничаем. Скрытая она реклама. Вот предоставляет нам по дружбе. Спасибо, Света. Света, тебе большой респект. Не, ну учитывая то, какие вы социальные проекты ведете, это можно даже ничего не говорить, сказать спасибо вот замечательной девушке Светлане. Кать, тебе вопрос, собственно, отдельный, как правило, при переезде, да, причем при таком серьезном, из города в город, там, не с одной улицы на другую, бытовые вопросы все лежат на женских хрупких плечах. Вот как вы это перенесли, вернее, ты как это перенесла? Понятно, что Артем там мебель передвинуть, телевизор, там, холодильник перенести. Я хочу сказать, что у меня потрясающий муж, мне очень с ним повезло. И все, что мы делаем вместе. У нас такой вот какой-то девиз по жизни, что мы делаем вместе, мы семья, мы команда. Если мы собираем коробки, то мы собираем их вместе. Я бы сказала, что даже, наверное, Артем больше собирал их, чем я. Даже посуду, ты это имеешь? Даже посуду, да. Ну, я только говорила, что собирать. Вот это правильно. И как укладывать? Не, он умница. Прям мне повезло с мужем, это подарок от Бога мне. Ну, согласен. А ты как насчет этого подарка от Бога? Я вообще подарок от Бога. Молодец. Молодец. Мне твой позитив вообще планирует. Вас обоих позитив, так скажем. Ребят, ну теперь к серьезной такой теме чуть-чуть отойдем. Да, я знаю, что у вас есть шикарный проект, о котором я узнал, у меня сразу же возникло желание с вами встретиться однозначно. Это проект, который вы осуществляете в школах, в средних учебных заведениях, в детских домах. И вот давайте вот сейчас я на этом закончу. Вы просто об этом своем проекте, абсолютно социальном, абсолютно правильном и крайне важном, вы сейчас расскажете. Да, наше сердце, оно болеет за молодежь. Мы переживаем и очень любим молодежь, так как у нас есть такое замечательное творчество, направленное прежде всего на молодежь, язык молодежи. И мы используем его, мы идем с посланием. Наши песни, они социально направленные на хорошую волну, на хорошую тему, да, на прекрасный климат, особый климат, замечательное настроение, да. И направлено на здоровый образ жизни, ЗОЖ. Это очень актуально, потому что мы желаем, чтобы молодежь была здоровая, счастливая, с горящими глазами, с улыбающимися лицами. И мы желания одного мало. Что вы для этого делаете? Мы идем с посланием в школы, в учебные заведения. Профилактические, интерактивные программы Free Life, вирус позитива. Профилактика наркомании. Здоровый образ жизни. Да. Правильно сказал. Здоровый образ жизни и наркомании, да. Профилактика, где у нас интерактивная программа переплетена с нашими музыкальными композициями. Очень интересно, очень потрясающе. Где мы на примерах и на видеороликах, и на общении с ребятами показываем, как наркотики воздействуют на жизнь. Мы строим график жизни. Это все интерактивно, в игровой форме. Молодежь обычно активно участвует, мы смеемся вместе. И знаете, когда вот эта атмосфера создается, особый климат, молодежь проще воспринимать. Когда мы на их доступном языке, на своей... Когда говорите «молодежь», меня в дрожь бросает. Ну, вы сами-то. Тогда уж вы говорите «подростки». Да, но мы говорим о том, что мы и сами не пьем, не курим, даже не ругаемся матом. Идем здоровый образ жизни, стараемся следить за собой прям по большому счету, как есть, развиваться в этом тоже, где-то заработать над своим характером. И мы хотим поделиться опытом, желаем... Просто настраивать молодежь на здоровый позитив. Да. Без всяких суррогатов и допингов, что можно отдыхать, веселиться и получать массу, бую положительных эмоций в жизни без всяких наркотических и синтетических препаратов, так скажем. И без алкоголя. И правильная семья, здоровая семья – это здорово. Быть с накачанными мышцами и с прессом – это классно. Заниматься спортом. Быть человеком, наполненными знаниями, нормальными знаниями, ориентироваться в географии и в исторических каких-то вещах, и даже если ты в политике – это здорово. То есть нужно развиваться, учиться и быть разносторонним. Не только в гаджетах сидеть с утра до вечера в игрушках, но еще интересоваться другими вещами, потому что мир, он наполнен массой интересных вещей. И мы говорим об этом, чтобы люди... А ведь что такое наркотики? Что такое вот это? Это когда молодежь лишается вообще всего. Ну, в том числе будущего, жизни.
каких-то перспектив. А сейчас перспектив. Такие наркотики, что с первого раза можно. Да, синтетическое. Дело в том, что мы ездим не просто по школам, мы в зонам, и лагерям, и малолетним учреждениям закрытым. У нас масса примеров, ну, перед глазами. То, что мы видим, я представляю. Да, то, что мы видим по телевизору, это только малая долика, что доходит вот до общественности. На самом деле очень много трагедий, которые остаются, ну, так скажем, в тени. Да, у нас закрывают эту тему очень часто. Да. Видимо, это кому-то нужно. Да, это да, моя да. такая личная ремарка, но, мне кажется, из власти мужчины. Возможно. И хочется молодежь все-таки огородить об этом, потому что ведь легче привить, нежели потом человека уже вытаскивать оттуда. Ну, легче болезнь предотвратить, чем потом. Да, да, нежели потом уже эти последствия все разгребать. Я помню себя в школе. И... Ой, ты меня пугаешь. Это было давно. Вчера справляли выпускной. И, наверное, почему я не попробовала наркотики? Потому что нас всегда пугали. Нам всегда говорили, что нам показывали страшные картинки. Именно поэтому я сейчас понимаю, что это очень важно прийти и показать те же самые картинки, ну, может быть, еще страшнее, эти страшилки, но они работают. И также прошла волна, как вы помните, среди молодежи, вот синяки там разные, вот эти вот суициды случались среди молодежи. Да. И мы также говорим о том, что, ребят, не нужно опускать руки, не нужно сдаваться. И нам нравится, что у нас есть песня «Никогда не сдавайся». Угу. Сейчас вы ее исполните, кстати. Да, можем. Да. Это, правда, не наша, но мы ее используем. В вот. Своей интерпретации. Да, в своей интерпретации. Такой, Нет, а у вас есть то, что вы вот исполняете именно свое, именно вот такой остро социальной направленности? Ну, извините, что я так суконно выражаюсь. Ну, так у меня просто слова подобрать очень быстро сложно. Я имею в виду в том плане, что, короче говоря, вот эти песни, которые именно вот о том, о чем вы сейчас говорите. Против наркотиков, против... Есть у меня песня, есть «Маленький преступник». Это я специально ее написал перед тем, как нам ехать в закрытое учреждение для малолетних, несовершеннолетних преступников. Она так называется «Маленький преступник», где я поднимаю все эти вопросы. И она не под гитару, она под минусовку мою не споем. Она конкретно рэпчик такой молодежный, где о том, что хватит совершать вот эти преступления. Открой глаза, мир намного шире и прекраснее, чем ты думаешь. И там обращение идет к обществу, что не стоит отворачиваться от той молодежи, которая сегодня ходит по улицам и занимается, ну, предоставлен, так скажем, сама себе. Потому что все-таки, ну, вот в волчьей стае, ну, растут волки. Конечно. Но когда общество, оно открыто, оно протягивает руку помощи, оно занимается, то и молодежь, она подрастает соответствующая. То есть она, да, конечно, как-то вот такое обращение, нужен оно пример, и... Нужен пример хороший. Да. И вы этот пример и есть. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостями программы «Открытый эфир» были Екатерина и Артем Проскурины. Вместе замечательный, супер дуэт «Особый климат». Я, Владимир Банщиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся.